Мы хотим исполнить для вас песню. Да, я скажу по поводу нее пару слов. Когда нас пригласили на этот замечательный вечер, первое, что пришло мне в голову, это «А почему до сих пор я не написал ни одного романса на стихи Александра Сергеевича?» И не сумел совладать с этой непреодолимой просто жаждой. Мы решили это сделать. Мне попалось на глаза стихотворение «Соловей и Роза». Я знаю, что его уже перекладывали несколько раз на музыку. Но, наверное, пришла моя очередь. Прозвучит романс «Соловей и Роза». Поет над розою восточный зал.